Доброе утро. Настроение хорошее. Уржались. Надеюсь, вам будет смешно. После выпуска передачи. Правда, я упала. Коленка немножко еще болит. Ну-ка, все мало-то. Все, скажу, это дело. Пельмени сломолепка. Ложка ем. Вилка потерялась. Была одна. Мы ключ сейчас здесь куилку засунули. Мне за нету. Волосы, извините. Кого-то, когда попадает волосы в пищу, кого-то аж перетрясывает. Вот. Есть такие люди. Ну, это я не оскорбляю, ничего, просто говорю. Что есть такие люди, что прям это отврат полный. Да нет, убрала и все. Мой же волос. Не соседа. Вот. Когда сидишь после всего, что случится, и думаешь, вот на, почему я так не сказала, почему так? Ну, теряются люди все так, не одна. Я сегодня, правда, просто говорю. Он вчера говорит, почему вы мне не сказали, что она будет? Я от неожиданности, типа, побежал. Зачем бежать от бабы от неожиданности? Значит, что-то есть, поэтому ты побежал. Если вы мне сказали, что она будет, я все равно приехал. Типа... Зачем она сюда приехала? Зачем это, типа, все к всему? Я сама, они сами не знали, в принципе-то, что тема поменяется. Сами не знали. Просто это я когда приехала. И мне, я увидела тебя. И я рассказала эту историю. Кто ты есть на самом деле. Вот поэтому я начала говорить в студии именно это. А тебя никто не подставлял. Его. Что там операторы соврали, куда тебя зовут, и по поводу того, что буду я там. Тебе не сказали. Они не в курсе были, что мы знакомы. По соцсетям. Ну как же он хорошо отмазывался-то. Это ж я не про Иришку. Ну, пускай он там это сказал. Он трусом выглядел. Зато все и увидят, когда это, и все поймут, какой это человек на самом деле. Он слабо было извиниться, признаться в открытую, да, что это именно она, Ирина. Как он отмазывался? Это не она, Ирина. Надеюсь, его мои подписчики увидят его на истинное лицо. Каким можно быть трусом? В общем, про ногти я говорила. Один там сломала, а второй сейчас оторвала. Пельмени самолепка тоже говорила? Я забыла. Короче, вот. Смотрите на ТНТ. Выпуск. ББ. Новый выпуск. ББ. Вот так вот, короче говоря. Будет все хорошо. Таким уродом. Надо открывать глаза. Это не то, что я его вытащила на эту передачу. Нет. Звали, видать, по поводу другого. Просто я уже сама говорила, что вот этого я знаю. Я не знаю, как, а что, почему. Я рассказала. Он сказал, чтобы снимать в ТикТоке и быть таким популярным, надо иметь жилу. Жилу надо иметь. Это его слова. Поняли? Это жила его, наверное. Пиарится на бабе, оскорбляя ее. Вместе со своей женой еще на пару. Лера. А у вас еще, говорит, есть и жена? Да, а что здесь такого? Короче, смотрите. Жрать-то хотела быстрее поесть. А вот это вот не люблю мясо, оно сухое. Оно еще третий день ему. Ну, не пахнет. Передача будет показывать
в 12 ночи по Москве. Сейчас она поздно начинается. В 12 по Москве ночи. Не сегодня. Можно я интригу подержу? Просто я не знаю, когда можно мне об этом говорить или нет. Но, скорее всего, можно. Но вдруг я неправильно скажу. Я уточню точно. Так-то знаю дату. Вдруг что-нибудь поменяется у них. А я вас подставлю. Вкусненько. Только суховато. Сейчас мелких пойду будить. Отдаю их. Наблюдайте, смотрите, куда чего. Сдам я их сейчас. Короче. Так не сухая. У самолепленных пельменей тесто нежное, да? Домашнее. Ну почему я их не очень люблю? Когда их варишь, они лопаются и все вытекает. Они не переварены. Мало целых. В магазинский когда кушаешь, весь бульон внутри. Очень вкусно получается. Никто тут не ползает. Третий день никто не появился. Кто пишет в комментарии там? Типа, не трактири на свои нервы. Мне пофигам. Я не трачу. Так попалось, а попалось. Но мне же пишут в Инстаграм везде. В день по несколько раз. Скидывают его скрины. Его видосов, всего остального. Меня оскорбляют, что я такая, я бросила 4-го ребенка. Как мне еще доказать? Это мои, в мой адрес оскорбления. Помимо этих борщей и остального другого, как он это говорил на всю страну. Мне пишут взрослые женщины и осуждают меня ни за что. Что я отдала ребенка, выкинула ему 4-го. Я старалась не отвечать на такое. Но это не обидно. Все равно же обидно. Он холеный такой там сидит. А все претензии ко мне. Ну надо, если ты пиаришься, знать, как ты пиаришься. Я бы очень хотела продолжение этой передачи. Чем это все закончится? Вот так. Мало ли какая Ирина. Мало ли какой Максут. Ну, мы все понимаем, о чем речь идет. Правильно? Это он хотел так. Мало ли. Сейчас их отдам, поеду по делам в Москва-Сити. По делам. А вечером пойдем погуляем. Вечером придет наш проводник по Москве. Наша охрана. Без него бы мы никуда. Спасибо ему большое. За это. Он не говорит, он не обещает, он просто делает. Вот это вот качество мужчины. Не надо обещать, не надо ничего этого. Надо просто делать дело. Вот это самое хорошее.
Он меня сейчас смотрит. Привет тебе. Она не жуется на новую курицу. Нет, это был не намек. Я вообще говорю, буду заехать купить курицу. Новой. Свежей. Идет староват. Сразу же. Я не могу. Что-то я так поела. Не знаю. Маловато. У меня что-то чебуреки есть. Последний. Холодное. А так ничего вкусненького. Ну, ты жизни, блин. Я бы вытрала. Но вставать надо. Я не подготовилась просто. Холодная зараза. У меня голова на такая сегодня прихватила. Блин. Всем пока. Спасибо.